Всем привет, друзья, с вами ММА. Прежде чем мы начнем, я бы хотел для вас закинуть одну новость, важную новость. Ребята, если вам нужен буст, то обязательно заходите по ссылочке в описании. Это мой личный буст, и мы там сделаем любой заказ. Любой заказ, ребята, без проблем, хоть там барли первого левела на 500, можете по скринам посмотреть. В общем, для нас это все будет прям изи и реально. Так что обязательно обращайтесь, если вам это нужно. Ну а теперь, ребята, давайте я вам покажу, как же апать Кроу, где его апать. Смотрите, такой нюанс. Вот эту карту сразу отбрасываем, потому что здесь грибочек и любой персонаж, который сможет хилиться, это уже проблема для Кроу. ПМ, Поко, 1 на 1 при равных шансах они вырезают его. Допустим, не там, где ШД, может быть, ШД это не так уж принципиально, а в тех же гемах, в том же сейфе. Если вы с ними попадете, то у вас будут проблемы. Поэтому, ребята, в этом нюансе лучше аккуратнее быть и не рисковать. Давайте, здесь, конечно, тоже может быть много танков, много всяких крыс, но я думаю, у нас все получится, и сейчас получится вам показать хорошие катки. И, кстати, ребят, давайте, для меня будет небольшая мотивация прям включить свой скилл, все свои знания использовать, и, надеюсь, интернет меня не подведет. В общем, ребят, если я хоть раз вылечу там 9-10, то я отожмусь сотку прям 100 раз на видео, и это будет для меня, во-первых, наказанием, а во-вторых, это будет мотивацией, чтобы не получить это наказание. Потому что я сотку могу отжаться, но для меня это будет нелегко. И раз меня уж кинуло вниз, давайте я вам сразу покажу вот такой вот прикольчик. Бам! Шелли отдыхает, ёпта. Леон сейчас сюда пойдет, скорее всего. Ну да, конечно. Конечно. Давай возьмем в тиму. А, крыса. Ну что ты за крыса? Ты даже убить не можешь нормально. А вот тебя уже за это накажут. Леончик, блин, с Леоном не хочу тимиться. Сами видели, что было. Он меня сейчас чуть не отправил 100 раз отжиматься. И я бы вместо гайда пилил бы отжимания. Блин, опасно. Мне бы на ульт накопить, при этом никого не сагрив. Надо, короче, тимиться по-любому. Других вариантов нету, только... Надо хилиться. Ребят, если на вас копит ульт, окей, это не проблема. Но вот если вас поджимают, то будьте аккуратны. Блин. Все, хватит. Очень опасно. До сих пор никто не вылетел. Давайте. Блин, Мортис бесполезный, но... Ладно, не буду никого агрить. Ой, бо. Отлично. Все, у меня ульта теперь есть. Главное, чтобы теперь не лагало. Смотрите, что делает. На, получай. Отлично. Фрэнк хорош. Леон пока просто ничего не делает. Просто гуляет. Так, раз, два, три. Еще один где-то. Блин, нельзя, ребят, никого агрить. Лучше вообще не бить. Просто стойте. Потому что к вам навряд ли... Я ошибался. Я так давно не ошибался. А что ты теперь сваливаешь, как черт? Блин, мне срочно нужна. Я не хочу никого крысить, но мне срочно нужна суперка. Блин, ну... Не успел. Я не хотел Леона крысить. Я бы мог, ребята, спокойно закрысить, но я лучше вылечу четвертым и достойно, чем там стал бы там вторым, первым. В общем, такая это... Если у вас совесть позволяет, то вы можете фигачить. В принципе, он меня не фигачил, мог бы спокойно начать бить. Но в любом случае, я не вылетел последним, не вылетел там седьмым. Давайте еще сыграем и попытаемся уже отыграть лучше. Я, в принципе, делал все, что мог. И показываю вам, ребята, пару советов. Первым делом, Фрэнк, видите, он, да, я не предполагал, что он на меня пойдет. По идее, он не должен был этого делать, потому что он сам... себе проблем нарисовал из этого. Следующим вылетел он, потому что именно он на меня сагрился, и я уже ядом травил.
все визуально чаще всего избегают кроу, потому что понимают, что если даже кроу убить, то он все равно после себя оставит яд. Блин, отлично, Фрэнк оставил мне баночки, спасибо. Ну, хотя он пошел просто за другими, это не он добрый, это он просто... Блин, давай ты оставишь ее. Окей, крыски, окей. Ты меня чуть не закрысил, какие крутиться. А, ладно, ладно, ребят. Вот опять ситуация. Что произошло? Он меня убил, а что потом было с ним? Ну, в общем, ребята, такие, конечно, вам будут попадаться именно на пути того, что когда вы не супер большие, допустим, у меня 5 соток, но, скорее всего, меня кидают на каких-то нубов, которые на 400 максимум сидят, потому что видно, как они агрятся, как они крысят. То есть более грамотные типы, когда вы уже будете сидеть на 450 выше, они уже будут беречь свою жизнь, не как эти. Но убил он меня, окей, и следующим вылетел. И что с этого хорошего получилось? Ни для него, ни для меня. Хотя он изначально меня пытался закрысить, но я из принципа, ребята, уже там остался. Он типа пытался договориться со мной. Я уже никак не принимал, потому что, блин, это может смешно звучать, но честь дороже. Как можно тимиться с тем, кто только что пытался тебя закрысить? И после того, как он это не смог сделать, принимать его обратно в тиму, да ну, чушь полная. Я лучше умру. Лучше умру следующим. Ну вот, ребята, еще один нюанс, что кусты прочекал плохо. Блин, фиг знает. Конечно, это не 9-й, не 10-й, это такая небольшая оплошность, но я не буду ее убирать. Я, ребята, ее оставлю, чтобы вы знали, что вот так вот плохо чекать, это скажется потом. То есть нужно было сразу в два ряда кидать, чтобы понять, где он стоит. Но я думал, что он отойдет, потому что... Я думал, что он отошел, потому что бык где-то лазил там. Я думал, что бык убегает от прима. Но я ошибался и поплатился за это. В общем, давайте, ребят, если 9-10 вылечу, то обязательно закину вам видосик с отжиманиями. Пока что я делаю все, что в моих силах, но мне тупо не везет. Погнали. Бо вроде со зрением. У него хп много, но, как вы знаете, ему зрение пофиксили. Блин, а кто здесь? А, вот бык. Баночку урвать надо. Так, осталось 4-6, значит еще где-то один сидит. Ребята, сразу еще один совет. Нужно быть бдительным и следить, кто где остался, сколько еще их. В общем, понимать, что есть еще где-то кто-то сидящий, выжидающий. Окей, у меня ульт есть, ребята. И теперь, что надо делать, чтобы хотя бы не вылететь седьмым, а дойти там до призовых мест? Это было опасно. Пришлось тратить ульт, не жалеть, потому что лучше я накоплю на новую, чем я вообще ничего уже не накоплю. Первым делом, ребята, нужно мне теперь опять накопить на ульт. Прикрываем бо. Ой, минки. Блин, ну если он закрысит, я его спасал. Это было бы некрасиво. Он благородный, сейчас постараемся. Ой, минки. Отлично. А вот и спалился типочек, который выжидает. Но давайте мы сначала с этими порешаем. Так, главное не дать накопить на уль. Я мины помню, они там. Можешь ты, пожалуйста, сюда не лезть? Он, походу, лагает, что ли. Ну, конечно. Ты самый умный. Ребят, я ему сейчас помогу. Блин, ну зачем так делать, чувак? Я же тебе помогаю. Зачем ты заранее? Давайте, я тебе подарю место и лови. Я бы тебя мог убить с 8 банками, но ты благородный, и я тебе даю эту победку. В общем, ребята, как-то так.
По поводу отжиманий, не знаю. Если вам это, конечно, интересно, то я бы мог закинуть челлендж. У меня, конечно, сейчас не самая топовая форма, но в целом, я думаю, это было неплохо. Неплохо поиграли, вы поняли, какие ошибки нельзя делать. Плохо чекать кусты, сильно на кого-то агриться. Лучше играйте под себя, то есть накопите ульт, дружите со всеми. Пусть они между собой дерутся, а потом с кем-то поделите место. Пусть вас убьют там вторым, третьим, но вы всегда, ребята, будете в плюсе. А ульт всегда надо копить, плюс вежливо копить, никого там злосчастно прям не докапывать, не домогать, чтобы он не запомнил вас и потом не выискивал, лишь бы вас убить и все. В общем, ребята, никого сильно не агрите, копите на ульт, играйте аккуратно, и тогда вы его в легкую апните на 500, на 600. В общем, в любом случае, это крутой персонаж, пусть он не самый сильный среди всех лек, но это крутой, ребята, персонаж по-любому. В общем, как-то так, ребята, с вами был ММА, и если вы досмотрели видосик, то обязательно заходите в мой чат, где я всегда сижу. Есть ссылочки в описании, так что обязательно, ребят, заходите. Всем удачи и всем пока.